Добрый день, друзья. Коллеги, девчонки, пчелки. Тема ППУ, ППС и зимовка в них пчел. Это как бы у нас отдельная тема, поэтому мы отдельным видео и как бы продолжаем цикл передач о зимовке. Вот в этих ульях, в этого типа ульях. Мы сейчас посмотрим, как проходит зимовка. И вот два улья, которые мы поднимали на подставке. Потом, после того, как мы подняли на подставке, мы смотрели с вами, какая ситуация. Ситуация все равно, влаги как бы много, и влага по периметру собирается. Поэтому у меня так подозрение есть, что пленка очень толстая, и крышка легкая. Поэтому крышка не плотно придавливает эту пленку, и вот эта вот точка росы образовывается, там конденсат. Поэтому мы сейчас поменяем пленку и оставим дальше их зимовать. Ну, заодно глянем, как они зимуют. Так. У нас дожди были, снег, поэтому крышки подмерзали. Ну, я же говорю, что вот по периметру конденсат. Вот это, скорее всего, из-за того, что толстая пленка. Ну, а здесь все-таки клуб, ну, тепло, а здесь холодно, поэтому вот конденсат тут и образовывается. Поэтому сейчас пленочку возьму. Сухо. Не, стенка все-таки влажная немножко. А вот оно стекало все по стенке. Значит, кладем мы тонкую пленку. Вот. Но конденсат уменьшился после того, как мы приподняли на высоту. Так. Вот. Ну, теперь пленка тонкая. Должно быть как бы все нормально. И крышка тоже потяжелела. От намерзшего льда. О. Ну, а тут вообще почти идеально. Но все равно мы поменяем. И пчелы сидят тоже хорошо. Так. Хотя, может быть, вот это из-за того, что пленка топорщится. А, ну придавится, я думаю. Ну и пару глянем, как зимуют у нас без ничего. Ага. И вода капает. Ну да, конденсат. Ну это с нижней вентиляцией. Да, тут нижняя вентиляция. Пчелы сидят сверху и конденсат. А тут я открывал. Так, мне советовали вот это дело позакрывать, а открыть вот тут. То есть сюда будет выходить, а тут я заглушки подкрывал. Так, тут вообще ничего нету. Но это верхняя вентиляция. Ну, нормально сидят. Нормально сидят.
смешанная вентиляция, значит, сетка открыта, заглушек нету, и одна открыта он с той стороны, так, на всякий случай. Ну, сухо, тут сухо. Ну, пчелы... Да, аккуратно. Пчелы нормально сидят. Водичка капнула. Капнула. Куда же, ребят? Мне понравилось, один подписчик писал, что пчелы зимуют хорошо не благодаря вентиляции там и пчеловоду, а вопреки. Потому что у них выживаемость, приспосабливаемость очень большая, вот, поэтому они выживут в любых ситуациях, что бы мы с ними ни делали. Но, тем не менее, я вот как бы уже обратил внимание. Ну, пока что сидят нормально. Единственное, что с пленкой мне не понравилось. Сейчас, правда, на подставках вот как бы и влаги нету. Ну, это же надо пленку лишнюю, подымай их. Я уже говорил, что для нас это неприемлемо. Поэтому вот эта вот зимовка, которая вот эти вот ульи, даже с дном сеткой, все равно они как бы нормально зимуют, влаги тут практически. Главное, чтобы в гнезде влаги нету. Так, сейчас глянем еще пару штук, которые зимуют с нижней чи с верхней вентиляцией. Капает вода с подкрышника. Вода капает, да. Не, ну, с подкрышки вода капает. Ну, это вот в уголочке он водичка. Ну, это из-за того, что вот тут точка росы, скорее всего, и тут собирается влага. А в улье сухо. Вот по сравнению с пленкой, здесь в улье сухо. Тут сухо. Сухо. Полностью сухо. И в улье сухо. Нормально. Вот даже лучше, чем в дереве, мне кажется. Сидят. Так. Значит, и теперь как наши малыши тут поживут. Сидят где-то там глубоко, далеко. Тут хорошо. А шел крышки. В этой кормушке. Не, воды нету. Ну, я, правда, тут с двух только выливал. О,
а эти уже клубочек на середине ушли от передней стенки. Но они все равно раз, два, три, четыре на пяти улочках сидят. Два, ну, на кране тоже есть. Так. Как бы зимовка проходит нормально. Раз, два, три, четыре. Четыре. Клубочек сидит. Нормально. Так. Да и тут тоже нормально. Так. И здесь нормально. Так. А вот тут мы объединяли. Раз, два, четыре улочки. Так. И еще у нас там крышу. Ну, сидят отлично. Это главное, тут нижняя вентиляция и влаги, только в кормушке вода отбыла, да? Да, да. Вот. Раз, два, три, четыре, на пяти улочках. А крышки со льдом. Веса добавили, да? Тяжелые. Ага. Ну, отлично. Раз, два, три, четыре, пять. На пяти улочках. Отлично. Отлично зимуют. Ну, если бы не эксперименты, которые мы проводили ползимы с этими ППУ, то, наверное, пчелы лучше зимовали. Потому что вот в ППСах мы как посадили их, так мы не трогали их всю зиму. Ну, поглядывали, конечно, но они келешевали там ничего. Сидят отлично, отводки, они небольшие, по большому счету, за исключением там, вот. Но зимовка мне нравится, влаги нету. В крышке кормушки я, правда, не смотрел. Да, не хочется лишнее время занимать. Может быть, потом глянем. Ну, а так сухо. И в этих, которые зимуют ППУ с верхней вентиляцией, там тоже сухо. Ну, вот он стоит. Вот. Да, вот так же самое, как вот наверху тоже. Вопросов нету. Поэтому хороший материал. Я почему как бы решил проверить, испытать, поработать именно с, не с деревом, а вот именно с этим полиуретан, да? Вот. Именно с этим материалом, как он себя ведет, как пчелы в нем зимуют. Но еще вопрос остался, как весной развиваются. Потому что зимовка протекает, ну, в дереве тоже неплохо. Здесь тоже неплохо, а вот весной многие говорят, кто использует ульи ППС, ППУ, что весной эти семьи, которые живут вот в этих ульях, намного лучше, намного быстрее развиваются.
Поэтому посмотрим, как весной. Ну что, теперь будем ждать морозов. Дай бог, чтобы эти морозы нас обошли стороной, или же метеорологи ошиблись в своих прогнозах, и морозы были не такие жестокие, как они нам прогнозируют. Здоровья, благополучия вам всем. До новых встреч, друзья. Пока.